О происшествии сообщили из соседнего дома. Когда приехали следователи, труп мужчины находился на козырьке подъезда. Погибшему около 40 лет. Сейчас устанавливают его личность. Ну, я вам не могу сказать. У него есть полностью информация. То есть сейчас проводятся следственные действия? Проверка, да. Участковые следователи осмотрели место падения, а также окно на лестничной площадке на 15 этаже, откуда предварительно выпал мужчина. У вас тут труп обнаружен на козырьке вашего подъезда. Не видели ничего? Можете сказать? Крутился, может, человек здесь? Нет, я не видела. Участковый опрашивает жителей дома. Здесь даже любая мелочь может помочь следствию. Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Нужно установить лицо непосредственно, где проживает. Значит, при каких обстоятельствах получилось, значит, может это суицид. Но если убийство, понятное дело, будет работа по расследованию данного преступления. В полиции говорят, что это уже не первый случай за последние 3 месяца. В конце февраля также выпал из окна человек в доме по улице Октября, 15. Владислав Мома, Сергей Сомов для РТВ.